точилка от Катрис, ей очень много лет, в принципе, ее время просто пришло и настало. Значит, здесь мы видим свежий стирис из фикс прайса. Я рекомендую этот кондиционер для белья, потому что он самый ароматный. Сохраняется аромат надолго. Палпи, это я покупала в Горизонте. Сок с мякотью рекомендую. И такой обычный бальзамчик бабушка Агафья. Такой, ну, не хороший, не плохой, обычный бальзам, как бальзам, такой проходниковый. Вот, насчет бальзама, ну что могу сказать, чуть-чуть переплатите и лучше купите Сьос, если ваши волосы нуждаются в восстановлении. А вообще, как бы, вот палпи и свежий стирис, да, я это брала, беру и буду брать. Значит, что мы предпочитаем, или из фикс прайса розовую мицеллярку, или от комплимента вот такую фиолетовую. От комплимента фиолетовую. Во-первых, фикс-прайсовская, она очень мылится, ей нормально протирать ноги, я не знаю, там, руки грязные какие-то. Ну, в общем, это не для лица однозначно. То есть, если первое время она себя ведет вот так, да? Это Пафи! Пафи, она тут зажигает, короче, шебуршит пакетиком. Ну, в общем, девочки и мальчики, розовая нет, брала, взяла вторую на пробу, думаю, может, мне не повезло, она так мылится. Нет, брать больше не буду, если рекомендую, то рекомендую комплимент, у нас он продается в находке. Кто не в курсе, жидкое масло, вот это Johnson Baby, якобы для детей, представляете собой, представляет из себя жидкий парафин. Этим можно мазать только что обувь. Вот, на лицо не надо, у очень многих аллергия, у моей сестры аллергия, у меня тоже, хотя у меня вообще кожа, наверное, как кирзовый сапог. Но у меня тоже жуткий дискомфорт. Может быть, как вариант, боди-арт оттирать, если краска к человеку присохла. Но ничего хорошего не берите. И я не понимаю, почему это продают в России, да еще и для детей. Сразу напрашивается мысль о вселенском заговоре каком-то, честно. Значит, тут сразу много и химия, и витамины. Кстати, один из секретов моей молодости, когда я старею, и у меня толстеет лицо, и оно провисает, это значит, я перестаю пить вот этот комплевит 45+. В общем, девочки, если вы хотите выглядеть моложе, то... Девочки, если вы хотите выглядеть моложе, обратите внимание на комплевит 45+. Благодаря этим витаминам в организм, в том числе и в лицо, и в волосы проникают те компоненты, которых нам уже с возрастом, к сожалению, не хватает. Биби от Гарниер брала, беру и буду брать. Вот это жидкое антибактериальное мыло, которое само по себе давным-давно закончилось, но я пользовалась просто коробочкой. Но сейчас я буду пользоваться коробочкой от Статраф розовый. Лосьон розовая вода, брала, беру и буду брать, всегда беру по две штучки, один у меня в офисе, один под руками, летит с огромной скоростью, протираю ногти перед нанесением лака, какие-то проблемы на коже, там, если сковырнуть прыщик и тут же прижечь, идеально, в том числе обрабатывать кисточки, маникюрные принадлежности и крем-балет, да, 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 берите это всегда. Значит, быстренько и по порядку. Я мечтательная, кондиционер для воздуха, освежитель воздуха для дома. Брала, беру и буду брать. Гарниер, что у нас там, основной уход для снятия макияжа, брала, беру и буду брать. Просто витамины комплевит, брала, беру и буду брать. Вот такой женьшеневый крем для лица, брала, беру и буду брать. Классный. Вот этот вот, это с улиточкой из Малайзии, идет очень-очень долго. Из Малайзии долго идет потому,
что у них государство островное, и только когда все вот эти вот посылки собравшиеся, видимо, там вытягивают, например, там на 50 или на 100 килограмм, только тогда они начинают осуществлять движение международных почтовых отправлений. До этого там просто это все лежит, то есть оно вроде находится в таможенной зоне, но оно никуда не движется. Это фишка именно из Малайзии. Но крем этот заказываю я только там, заказываю уже второй раз и очень-очень долго жду. Скоро придет. Вот такой комплимент. Не берите. Отвратительный запах. Как я уже писала в своем инстаграме, ссылочку я оставлю. Такое ощущение, что в чан перед намешиванием вот этого крема уронили какую-то вообще жидкость для мойки унитазов. В общем, ребята, отвратительная душка. Я только понюхала и поняла, что нет вообще ни за что на свете. И, в общем, брать я это... Нет ни за что на свете, и брать я это не буду. Вот такой мелкий скраб от Чистой Линии. Окей, диски вот такие. Окей, надеюсь, я все показала и быстро-быстро про все рассказала. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Ты еще помаду? Тихо, мы уже записываемся. Значит, BB-крем из Fix Price. Вот такой я рекомендую. Его почти не видно, но он, вы знаете, не отличается ничем от кремов, которые стоят там порядка, не знаю, там 200 и более рублей, но при этом они не дают ни цвета, ну вообще ничего, короче, поэтому в мусорку. А вообще, как бы, нормальный крем. Вот такое зимой пользовать не советую, потому что это, ну, как вам сказать, тут содержится силикон, а он зимой замерзает и делает ваши волосы ломкими. Вот такую точилку Литуаль я дарю тому, кому она понадобится. В принципе, она неплохая точилка, но я просто обзавелась огромным количеством точилок с Fix Price, поэтому... Пожалуйста, кто хочет, забирайте. Вот такой тинт не смогла я допользовать, к сожалению. Летом от него, к сожалению, я чуть не сожгла губы, потому что я нанесла, сняла пленку и пошла, и у меня губы подверглись ожогу. А зимой такое носить, ну вот правда, ну как-то неинтересно, поэтому... Не знаю, если хотите, попробуйте. Постоянно беру вот такой вот АХА-кислоты. Это пилинг для лица. Я советую его всем, начиная от 30-35 лет. И делайте, все будет здорово. Советую. Сьюз это от выпадения волос. Это шампунь у нас, я надеюсь, да? Да, шампунь, которая сокращает потерю волос. В общем, да, она работает. Если вы фикс-прайсовскими шампунями убили волосы просто в ноль, берите вот такую шампунь вместе с бальзамом, и все будет супер. Они реально работают, работают отлично. Я этим пользовалась и вам советую. Моментальное восстановление волос. Вообще шикарная шевелюра, все супер, но не подсаживайтесь. Вот такие тени Maybelline Colorama. Это уже лимитированная давнишняя серия. Такой прямо винный. Тогда еще не знали, как это называется. Сейчас это называется Марсала. Ну, что-то не идет. Суховатый. А красненькую такую я себе отставила. Шикарно работает, как румяна. Вот такие тенюшки. Они в стиле MAC. Они, кстати, не портятся. Им очень-очень много лет. Цвет яркий, насыщенный, даже вот он с шиммером, вы видите. В общем, в принципе, раньше просто китайские сайты изобиловали этим вообще добром. Тут у нас еще есть маленькое зеркальце. Да, вот оно. Тут у нас еще есть маленькое зеркальце. Ну, в общем, хорошая штука, но когда вообще ничего нет, когда... Теней просто огромное количество, это лишнее. Вот тени от Lily Cantani. Они классные, с шиммером, шелковые, водостойкие, кремовые. И при правильном вот таком использовании они просто супер бомбезные. По-моему, не очень мелкие, но... Вот я вам сейчас покажу свотч. Хорошие пигментированные, классные тени, холодный подтон. Советую, люблю и обожаю.
Вот такая золотая тенюшка. Я все ждала момента, когда кого-то понадобится запудрить золотом, но он так и не наступил, они просто испортились. Брала за 100 рублей, поэтому не жалко. И вот такой Electric Blue, который шикарно ложится поверх кремовых Maybelline. Дублируются, они в тон идут. Вообще отличная штука. Я могу советовать этот бренд, но... Они сейчас выпускают палетки, эти палетки очень классные, они такие маленькие, аккуратные, 90 рублей стоят и шикарно работают. Это любимая зубная паста, сейчас я пользуюсь еще с зеленой полосой, она потрясающе освежает. Это такая профилактическая, а с зеленой она прямо просто вообще кайф, оргазм вообще ей пользоваться, супер. Не берите вот эту помаду, она отвратительная, у нее мерзкий совершенно состав, мои губы не шелушатся от слова вообще, но когда я пользуюсь ей, я увидела шелушины, трещины, ну вообще, то есть губы такие сказали, нам вот как бы нужно, чтобы за нами поухаживали, почему-то это происходит всегда, когда я беру вот эту помаду. До этого все отлично. Поэтому, Кики, вы либо что-то делаете, либо лучше вообще не делаете. А если делаете, то делайте нормально. А блеск пупа просто, я думаю, что уже как бы пора. Вообще он нормальный блеск, классный. Но я сейчас пользуюсь на работе Make Up For Eva четверочкой. А вот такой ATF маркер. Я брала его весной. Он выдержал весну, лето и даже начало осени. И недавно пересох. Грандиозное творение, все хорошо, все отлично, брала и буду брать еще. Вот такие помадки, это Faberlic, ну вот так я ее скрасила. Она хорошая, классная, но за последнее время в индустрии помад произошли такие изменения. Вот недопользовала немного Фукси его от Art Visage, отличная помада, но я серьезно вам говорю, за последние несколько лет в индустрии помад произошли глобальные изменения, вообще глобальнейшие помады сейчас, я сделаю отдельное видео, вставлю в этот ролик, то есть со своими рекомендациями, если вам это интересно. И постоянно беру вот такой топ, это Fix Price, 50 рублей. Nail Polish, можно использовать как базу, можно использовать как топ, все супер. И вот такая масочка из Китая в качестве подарка, но я знаю, что масочки, они только тогда оказывают какое-то действие, когда они идут курсом, то есть одна маска, она, ну, мне вот реально, кожа возрастная, конечно, все супер, все замечательно, выглядит прямо лакшери-лакшери. Могу показать, как она выглядит изнутри. Это вот такая маска. Вот она такая классная, я ее как бы передариваю, потому что она совершенно новая, как видите, нулевая, не распечатанная. И вполне возможно, она кому-то принесет счастье. Это были мои пустые баночки. Всем всего хорошего, пока, люблю вас!